Міжнародна організація з міграції інформує, 90% зареєстрованих випадків торгівлі людьми – це трудова експлуатація, 2/3 її жертв – чоловіки. Найсумніша статистика у будівничій сфері – 54% випадків. Ще 22% – на виробництво, 19% потрапили в трудову експлуатацію в сільському господарстві, по 2% має сфера лісництва і газового господарства. За даними 2016 року, найбільше випадків трудового рабства було зареєстровано в Російській Федерації – 91, тоді як в Польщі – лише 9 подібних випадків, а в Республіці Білорусь – 5. За офіційними даними, 1700 жителів Миколаївської та Одеської областей потерпали від торгівлі людьми з 2014 по 2017 рік. Довіряти неперевіреним оголошенням і віддавати свій паспорт. Ось найпоширеніші помилки людей, які потрапили в трудове рабство. Наскільки ж миколаївці знають, як не стати жертвою торговців живим товаром? Ну, це потрібно просто вміть, во-первых, читати умови, які ви підписуєте, а во-вторых, ну, как бы надо понимать, на кого ви работаете. Поїхала вже за 40 мені було. Звідси. Я не поїхала 18 років. 18 років то не поїхала, тому що молоді дівчата не розуміють, вони хочуть багато грошей. Ну, ти грошей багато не заробиш зразу. Треба розуміти, або до родичів можеш поїхати, якби зустрінуть, або отак просто угульно хтось тобі сказав, і ти їдеш, не потрібно це робити, тому що може впасти невідомо куди. Робити все офіційно і нормально, через візи, просто. В Україні тут немає ніяких проблем. Береш закордонний паспорт, робиш візу і їдеш. Все. Не порушуйте закон, не будете попадати в трудовий рабство. Пошук роботи за кордоном у наш час – звичне явище. За довгою гривнею виїжджають сотні українців. І треба бути пильним, щоб не потрапити до рук сучасних рабовласників. Хоменко, директор Миколаївського місцевого благодійного фонду «Любисток». Основна діяльність організації – сприяння розвитку громадського суспільства в Україні, протидія торгівлі людьми, допомога внутрішньо переміщеним особам. Так, і ми зустрічаємо в нашій студії ранкового гостя. Доброго ранку вам. Будемо говорити сьогодні на таку серйозну актуальну тему, те, що дуже часто, ну, в світі досить така важлива проблема. Отже, ну, для початку хочу спитати, мета заснування саме свята, а дня протидії торгівлі людьми. Для чого, яка мета сьогодні? Основная цель всех наших мероприятий, которые направлены, поддерживаются на национальном уровне, это информирование населения о проблеме торговли людьми, предоставление информации, которая, в общем-то, позволит, ну, прежде всего, наверное, все-таки подумать, то есть обезопасить себя от такого явления, как попадание в ситуацию торговли людьми, ну и для некоторых людей, которые все-таки уже оказались в этой ситуации ранее, или, ну, и которым удалось все-таки вернуться. Вот, то есть есть возможность подумать над тем, что это все-таки не случайная неприятность, которая с ними произошла, а это преступление, которое совершено против человека, против конкретных людей. И каждый человек, который был в ситуации торговли людьми, имеет право на помощь, которая предусмотрена государством Украины. Вот, по этому поводу был принят закон в 2011 году в сентябре месяце, и подзаконные акты, которые, в общем-то, регулируют как механизм взаимодействия субъектов, направленных на противодействие торговле людьми, чьи действия направлены на противодействие торговле людьми, вот. Ну, соответственно, и работу, прежде всего, с выявлением людей, которые попали в ситуацию торговли людьми, и дальнейшая их с ними работа, то есть предоставление комплекса услуг, которые предусмотрены законом Украины. Ну, те, як людям таким, що робити, ми поговоримо трошки пізніше. Давайте зараз розберемося із формами торгівлі людьми. Як це відбувається, як люди потрапляють в таку халепу, в таку проблему? Ну, традиційно і чаще всього по нашій статистиці, я говорю о нашій організації, да, наверное, не тільки нашій організації, можна говорити, наверное, все-таки о моїх партнерах, моїх колегах во всій Україні,
то есть коалиции общественных организаций по противодействию торговле в Украине. В Украине, членами которой являемся, входит и наша организация в эту коалицию, то в основном информация о как когда когда человека вербуют, подвергают вербовке, да, предлагают ему какие-то выгодные, интересные предложения, связанные в основном с работой, чаще всего, это от частных лиц. Это от частных лиц, это могут быть совершенно случайные проходящие, это могут быть какие-то знакомые знакомых, родственники родственников, это могут быть соседи, это могут быть односельчане, это могут быть совершенно случайные люди. Это могут быть фирмы, которые предоставляют услуги по трудоустройству за границей. И не все фирмы действуют официально и легально в этом направлении. Поэтому, в общем-то, оттуда получают люди информацию. Это сейчас много, в общем-то, возможностей предоставления подобной информации. То есть это может быть и интернет, это могут быть рекламные какие-то объявления, это могут быть... Действительно, знаете, общение через интернет, средства массовой информации. В основном люди саме через роботу так потрапляють, бо треба гроші, так от. В основном, то есть основное количество, которое люди, которые попадают в ситуацию торговли людьми, то есть цель их, скажем, изменения, принятия решения, да, то есть это поиск работы, трудоустройство. Но бывают совершенно разные, в общем-то, способы. То есть некоторые едут, допустим, с целью, скажем, решить свои какие-то личные проблемы, да, там поиск своей судьбы, выйти замуж или жениться, реже бывает, но тоже бывает. Это может быть случай, когда люди едут с целью, допустим, там, обучение. В ситуацию торговли людьми можно попасть, даже отправившись в путешествие. Вот. То есть это совершенно гости, понимаете? То есть может произойти все, что угодно. То есть человека можно завербовать и как на месте, то есть в месте основного, так сказать, его пребывания, так и уже, когда человек отправился, допустим, путешествовать, да? Вот. Ну и причина этому, наверное, есть вот этот самый наше благо, которого мы так долго добивались, да, это безвиз. То есть многие, к сожалению, неправильно понимают это понятие. То есть безвиз не дает права на, допустим, трудоустройство, да, поиск работы. Безвиз это предоставляет право человеку путешествовать, отдыхать, развлекаться. Вот. Ну, люди отправляются с целью путешествия, вернее, отправляются по визе, которая дает право путешествия, на самом деле нарушают закон. Ну, собственно говоря, наверное, не только закон той страны, в которую они направляются, но еще значительно, так сказать, своими поступками, своими действиями меняют отношение к Украине. То есть падает имидж таким образом Украины, потому что если идет большой отток, потому что происходит большой действительно отток с Украины рабочей силы, нелегальных мигрантов, нелегальные рабочие силы, ну и, в общем-то, отношения, соответственно, к Украине. Ті блага, які нам зараз дали, трошки не так використовують, як їх. К сожалению, так. Давайте поговоримо про тих, хто найчастіше потрапляє, от саме, стає жертвами торгівлі людьми, бо, ну, я читала статистику, що кажуть чоловіки, чи це так, і от розкажіть, прокоментуйте. Ну вот смотрите, если до 2005 года, в основном, ну это по моей статистике, по нашей статистике нашей организации и статистике Международной организации по миграции, в основном в ситуацию торговли людьми попадали женщины. То есть вид эксплуатации, который был в основном, это был, была сексуальная эксплуатация и смешанная эксплуатация, то есть сексуальная и трудовая. Угу. После как-то 2005 года, когда, ну, во-первых, внесено было изменения в криминальный кодекс 149 статьи за преступления, связанные с торговлей людьми. И, наверное, больше людей стали, в общем-то, действительно обращаться и соглашаться на
наверное, все-таки осознавать, что это была ситуация торговли людьми с ними, да, то, в общем-то, стало все больше и больше проявляться, что жертвами торговли людьми становятся мужчины. Вот. На сегодняшний день это больше половины тех, кто оказался в ситуации торговли людьми, это мужчины. Вот. И это действительно трудовая эксплуатация. То есть сексуальная эксплуатация сейчас – это очень маленький процент тех, кто попадает в ситуацию. Ну, угу. Действительно много людей попадают в ситуацию торговли людьми, в том числе и сексуальная эксплуатация. Вот. Но если брать в процентном соотношении трудовую и сексуальную, то, конечно, если сексуальная – это там, от там, 15 до 30%, угу. то больше 56% – это трудовая эксплуатация. Цифры выражающие. Да. Ну, есть еще такой вид эксплуатации, который, в общем-то, действительно тоже очень не может не обращать на себя внимания. Это попрошайничество. Это эксплуатация людей в попрошайничестве. И таких людей в основном кого можно использовать? То есть это людей особо, наверное, я бы сказала, уязвимых. Да? Кто у нас особо уязвимая группа? Дети. Во-первых, это люди с ограниченными возможностями, это люди, у которых, ну, пенсионеры, скажем, да, то есть преклонного возраста, с какими-то увечьями. Ну, вот, это люди, которые чаще всего используются в попрошайничестве. Ну, от я читала інформацію, що от ми зараз говоримо про за кордон, так, роботу. Ну, найчастіше думають, що потрапляють жертвами, стають ті, хто їдуть працювати і довіряють роботодавцям. Але існує думка, що і в Україні у нас можна на місці теж потрапити, стати жертвою торгівлі людьми. І от розкажіть трошки про це. Дійсно, і ви абсолютно праві, і ми говоримо об этом, ну, все больше и чаще здесь, и поднимаем эту проблему, что для того, чтобы попасть в ситуацию торговли людьми, совершенно не надо никуда выезжать. Опять же, очень повлиял вот, внесение изменений, повлияло на эту ситуацию изменение в закон об ответственности за это преступление в 2005 году, вот, когда, в общем-то, была, скажем, ликвидирована часть, где было написано, mm-hmm. что для того, чтобы человек был, была ситуация торговли людьми признана, да, как бы как преступление, как по уголовному кодексу, то есть надо было обязательно пересечь границу. Вот. И сейчас ее нет. Поэтому, в общем-то, действительно, сейчас все больше и больше стали обращать внимание на то, что у нас в Украине очень много ситуаций, когда люди оказываются в ситуации торговли людьми. Где это может быть? Это может быть в том числе и в нашей Николаевской области. Ближайшие наши соседи, Херсонская область, Одесская область. И связано это с, знаете, таким сезонным, наверное, я бы сказала, даже приоритетом. Потому что у нас аграрный регион. И когда нужна больше рабочая сила, и желательно дешевая, да? А еще лучше бесплатная. Угу. Вот как раз сельхозработа. Вот, поэтому очень часто люди попадают и оказываются в ситуации торговли людьми, могут оказаться и попасть в ситуацию торговли людьми, не подозревая, то есть ищу работу в сельском хозяйстве, убирать, собирать или работать в полях, и можно попасть в ситуацию торговли людьми. И такие случаи зафиксированы, в том числе и правоохранительными органами. В Херсонской области были у нас 2016 году случаи, у нас были пострадавшие, которые, кстати, да, потом в дальнейшем получили официальный статус пострадавших от торговли людьми. Вот, в Херсонской области они были подвержены эксплуатации. Давайте поговорим про цей статус постраждалих від торгівлі людьми і взагалі, що робити людині, якщо вона потрапила в таку халепу, куди звертатися, як кому дзвонити, от розкажіть. Когда человек, если человек, как вообще себя можно идентифицировать, что это была для человека ситуация торговли людьми или возможно была, да? То есть ведь у нас, ну, это очень сложно, действительно, потому что люди себя очень, ну, редко очень, на моей бытности это вот, несмотря на то количество пострадавших от торговли людьми, а я в этой проблеме работаю с 2000 года, когда была вообще, ну, когда человек пришел и сам сказал, что я был в ситуации торговли людьми. Вот, вот на моей памяти это было буквально, может быть, пару раз. Вот, и вот из этих пару раз, то есть два раза, да,
Один случай, это когда в 2013-2014 году человек обратился действительно самостоятельно в Управление социальной защиты Николаевской области, совершенно по другой, в общем-то, ну, причине обратилась. Угу. То есть человек пришел просить, искать возможность получения какой-то дополнительной помощи, потому что это был человек уже престарелого возраста, пенсионерка. Ей нужна была просто какая-то помощь материальная, потому что ей было тяжело выживать. Вот. И когда с ней стала социальная работница говорить о том, что произошло, что случилось, она расплакалась и говорит: я была, вы знаете, меня продавали. Я вот продавали, ну, да. То есть, так, нет, что... конечно, да, меня продавали. Но это бывает редко, я же говорю, что то есть вот этот процесс самоидентификации, это бывает, я же говорю, что на моей памяти было 1-2 раза, не больше. Вот. И вот такой случай был действительно. Поэтому человек, я же говорю, человек не идентифицирует себя. Он считает, что это ему не повезло, что с ним поступили несправедливо, что люди оказались непорядочными, что его просто обманули. Себя обвиняют очень часто в том, что произошло с ним. А для того, чтобы человек все-таки согласился и принял эту ситуацию как преступление в отношении себя, с ним иногда нужно работать достаточно долгое время. Угу. Вот. Куда ему обращаться? Ну, для того, чтобы объяснить ситуацию и выяснить, возможно, то есть чаще всего и проще всего, можно обратиться на национальную горячую линию, телефон 527, со всех мобильных операторов, телефон совершенно бесплатный, можно обращаться, или со стационарных, я его наизусть не помню, если можно, я его возьму, назову, со всех стационарных мобильных телефонов 0800 505 501. Тоже телефон бесплатный. Я вам могу гарантировать, что обращаясь на этот телефон, для человека соблюдена конфиденциальность. То есть никто не будет выпытывать, спрашивать какие-то персональные данные. Угу. Единственное, что могут спросить возраст, образование, из какого региона человек звонит. Ну, то есть это для статистики делается. Больше ничего. И уже на телефоне горячую линию рекомендуют или... в зависимости от ситуации, куда обратиться. В Николаевской области, собственно говоря, как, наверное, и в любом регионе Украины, можно созданы отделы, определены ответственные лица за оформление документов по оформлению статуса. В Николаевской области тоже есть такой отдел, департамент социальной политики. Угу. И обратившись в департамент или в любое управление социальной политики, то есть на местном уровне, везде есть человек, который отвечает за оформление документов на предоставление статуса. Угу. Вот сюда с заявлением можно обратиться, объяснят абсолютно все права, возможности, что предоставляется, на что человек может рассчитывать. Но я сразу хочу сказать, что действительно люди не знают об этом законе и не знают о том, что комплекс услуг предусмотрен государством. А государством, прежде всего, предусматривается такой важный компонент, как материальная помощь. И сегодня эта материальная помощь для пострадавших от торговли людьми равна 3 прожиточным минимумам. Угу. То есть это 5 с лишним тысяч, я думаю, что это довольно приличные деньги, ну, во всяком случае, не маленькие деньги, для того, которые могут позволить человеку, ну, хоть как-то, скажем, ну, не прийти в себя, но приобрести какие-то самые необходимые предметы. Угу. Ну, а перед цим треба ідентифікувати себе, так, і зробити статус. Себя не надо ідентифікувати, просто нужно звернутися, так? Да, нужно просто обратиться. Профессиональные специалисты абсолютно знают правильно, как это все делать, как проводить беседу. Если надо, человеку предложат, возможно,
и помощь психолога. Вы знаете, может быть, даже не просто предложить психолога. Иногда этим людям надо просто, чтобы их послушали, чтобы их приняли, чтобы их не осуждали. Потому что человек, когда приезжает, он не знает, куда идти со своей бедой, со своим горем, со своими проблемами. Иногда даже дома людей не воспринимают и не принимают после того, что с ними произошло. Вот. Люди, работающие в этом направлении, практически все прошли обучение, прошли подготовку и знают, в общем-то, приемы, которые позволяют им проводить такую, знаете, психо, наверное, работу по снижению такого вот стресса. Ну, я вижу, для людей в таком состоянии, после того, что им пришлось пережить, очень важно, чтобы их приняли и не осудили. То звертаємось до спеціаліста, да, і вони конечно. Там допоможуть. Дякуємо вам за інформацію. Я думаю, це все ж ну, інформація важлива для наших глядачів. Вони тепер будуть краще розуміти, можливо, знайомі родичі. А зараз пропоную переглянути невеличкий актуальний сюжет про людину, яка теж потрапила у таку халепу, стала жертвою торгівлі людьми. Дивимось далі сюжет. Ну і дякуємо нашій гості за такі поради, за інформацію. Чималі статки, легкі обов'язки, кар'єрне зростання – все це обіцяли глянцеві оголошення. У 2015-2016 роках майже в кожному громадському транспорті можна було зустріти привабливі пропозиції. Та ніхто не попереджав про наслідки цієї роботи. Син нашої героїні не втримався від можливості отримати легкі гроші, що коштувало йому свободи. Жінка погодилася поділитися власною історією, щоб застерегти інших від помилок. Задля безпеки героїні та її родини ми не показуємо обличчя та змінюємо ім'я. Почалося все з того, що пані Наталя побачила оголошення в маршрутному таксі, переписала телефон для сина. Він позвонив. Ну, каже, сказали приїхати, треба зустрітися, переговорити. Ну, він поїхав, приїжджає, каже, мам, треба доїхати в Росію. Ну, він це саме. Приїжджає, я потім вже кажу, може ти не поїдеш? А він каже, та вже ж сказали, що білет взяли, вже те саме, ну, зібралися, поїду я. Ну, якось як ще на душі так було щось. До цього син героїні мав досвід роботи кур'єром в Миколаєві та різнороба за кордоном. Тому подробиці цієї вакансії вирішив не вдаватися. Хлопець пройшов кастинг на кур'єра, отримав коробки із тортиком «Наполеон», квиток на потяг до Росії та завдання відвести товар і забрати гроші. Через кілька днів пані Наталя дізналася про арешт сина. З адвокатом зв'язалися, адвокат почав розказувати, що у нього знайшли героїн. У Російській Федерації хлопця позбавили волі на 8 років. Тільки вслухайтесь, як працює шахрайська система. Коробки запечатані повністю, написано медовик, там, медовий пряник, там, в общем, типу, як кондитерські зділи. Ну, вони як їхали, це, в общем, не знаю, це, скоріше всього, що їх як спеціально там підставляють. Що вони поїхали, прийшли ще на роботу, поїхали, тут їх вже зустрічають і розривають коробки, перевіряють. Вроби як спеціально. Жінка продовжує листування з вітчизняним міністерством закордонних справ. Мета – переведення хлопця до України та перегляд справи. Наталя вірить, що вже незабаром побачить свого сина.